Нам нужна была сегодня победа, потому что серия была у нас не очень удачная в чемпионате. И, то есть, нам надо было выиграть. И слава богу, что мы сегодня выиграли в тяжелой борьбе. Ну, 3 очка, слава богу, добыли. С Тимчиком взаимодействие, как бы ты оценил эффективность нашей обороны? Ну, ничего, мы, в принципе, ничего не создали. У него были в первом тайме там полумоменты, во втором тайме ничего не было. Тимчик, ну, ничего, молодой парень, но я считаю, он очень перспективный футболист, будет работать, я думаю, что он будет играть, и в нем, я надеюсь, у него будет большое будущее. Так что видно, что парень переживает, нервничает, но это со временем все пройдет. Но то, что она сегодня в первом тайме поставила пенальти такое, ну, я не знаю, как по мне, это сильно рискованно, и вот там, как по мне, его даже рядом не было пенальти, даже ни один игрок Днепра не спорил, почему она поставила, ну, поставила, уже это решение не отменить. При такой плотной обороне Днепра приходилось уповать на стандарты и, собственно, на то, что защитники очень часто подключались даже к атаке. Собственно, твой комментарий по этому поводу. Тяжело очень, когда 10 человек обороняется, взломать такую оборону. Ну, мы нашли свои шансы, мы забили, и все довольны, что 3 очка взяли, и все едут с хорошим настроением в сборную. А, в принципе, после Лиги чемпионов как даются такие вот матчи? Ну, тяжело. Сейчас график тяжелый у нас. Ну, так что теперь? Надо играть. Ну, лучше играть, чем тренироваться. После чемпионов, конечно, мы там проиграли. Шансов у нас мало, конечно. Но будем до конца бороться. Но переключаемся сразу на чемпионат. Потому что в чемпионате тоже у нас важные игры. Тяжелые. И надо обязательно выигрывать. Потому что и так отстаем 8 очков. Сегодня на матче был главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Как ты думаешь, ему этот матч понравился? Ну, спросите у него, я не знаю. Ну, я думаю, что игра была не скучная, интересная. Не знаю, он вам более точно скажет. Список пока придерживается. Рассчитываешь ли на то, что получишь вызов? Не знаю, я, наверное, в сборную не поеду, буду лечить колено. Так что так. Ну, есть, побаливает. Ну, ничего, буду лечить. И там, я думаю, что за эту паузу я подлечу, будет намного легче, лучше, и не будет он меня беспокоить.